Семиклассник обморозил ноги на уроке физкультуры. В Октябрьском районе учитель заставил школьника искать потерянные лыжи. Ребенок инвентарь не нашел, а в результате остался еще и без ботинок и вернулся в школу босиком. Родители обвиняют педагогов в ненадлежащем присмотре за детьми, а в деле уже разбираются следователи. Подробности в сюжете Павла Тиунова. Урок физкультуры в 189-й школе закончился скандалом. 13-летний Саша Демарчук во время занятий потерял лыжи. Учитель отправил мальчика искать школьный инвентарь. В итоге Саша оказался босиком на морозе. Вот как он сам описывает ситуацию. Один ботинок снялся, и он, ну, я хотел его одеть. Я вытряхнул снег, а начал одевать у меня. Там был узел какой-то замерзший, и еще руки. Но я со второго хотел снять и вытряхнуть снег. Я потом уже не мог одеть, и я просто взял руки с сапожки и побежал в школу. Физрук удивился босому ребенку, но, по словам мальчика, это учителя не обеспокоило. Последствия такой прогулки школьник ощутил уже дома. Ноги сильно болят, она увидела, что белые пальцы на ногах. Но скорая приехала, поставили диагноз обморожения. Там какой степени, еще справку не забрали. Да я думаю, что элементарная халатность или просто надежда на то, что дети 13-летние уже большие и могут там совсем справиться. Родители уверены, за их сыном не доглядели. В школе педагога не оправдывают, но предлагают выслушать и другие версии произошедшего. Как поясняет один из товарищей одноклассников, что ребенок сам решил пробежаться до школы босиком. Сказал своему однокласснику: ты когда-нибудь ходил босиком? Нет, не ходил, давай попробуем. Тот отказался, а этот вроде как добежал до школы босиком. В скандальную ситуацию уже вмешались следователи. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства. Опрашиваются одноклассники этого ребенка, должностные лица школы. По результатам проведения проверки будет дана оценка учителю физкультуры и другим должностным лицам школы. Один из главных вопросов – присутствовал ли учитель физкультуры на уроке. По словам пострадавшего мальчика, педагога, когда он потерял лыжи, на улице не было. «Не может быть», – восклицает руководство школы. Павел Тиунов, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.